Вопрос. Если имам падает ниц после чтения соответствующего аята, а человек, молящийся за ним, думает, что имам совершил поясной поклон и поэтому совершает руку, что делать в такой ситуации? Ответ. Хвала Аллаху. Если имам совершил земной поклон после чтения Кур'ана, суджудит тиляу, а человек, молящийся за ним, думает, что имам совершил поясной поклон, то возможны два варианта развития событий. Первый. Он понял, что имам совершил земной поклон, когда он сам совершил поясной. В этом случае он сразу должен совершить земной поклон. Второй. Он не понимал, что имам совершил земной поклон, пока имам не встал с земного поклона. В этом случае мы скажем этому человеку, чтобы он поднялся и совершил поясной поклон вместе с имамом и продолжил совершать молитву за ним. Земной поклон после чтения аята в этом случае с него снимается, ведь этот земной поклон не является столпом молитвы, чтобы делать его после имама отдельно. Молящийся должен следовать имаму, однако здесь была пропущена сунна, поэтому он должен продолжать свою молитву. Аллаху Агалям.